пришли с запросом липосакции, постановления имплантов и блефаропластики. Меня взяли на операцию с одним общим анализом, то есть мне не делали ни УЗИ груди, ничего. Меня положили, мне все сделали. Во-первых, там была заявлена операция как абдоминопластика полная, то есть она не была совершена, то есть человек обманул, как выяснилось потом. Не было совершено операции по мамопластике, потому что он просто в мою грудь вложил по килограмму имплантов, и они, соответственно, еще больше обвисли. В итоге этот имплант лопнул, не лопнул, то есть его нужно было срочно вытаскивать. В связи с этим начался некроз. Ну, собственно, уже на протяжении полтора года я приезжаю в Севастополь и лечусь. Как выяснилось, то, что импланты, они не имели ставить вправо вообще никакого, потому что у них нет лицензии. У меня начались уже боли, и мы не могли больше, собственно, ждать. И так как я жена военнослужащего, соответственно, меня положили в госпиталь. У меня была пупочная грыжа, которую он обшил, и если бы он ее зажал, то все, как бы это смерть. Это смерть. Потом во время операции он забыл на мне коагулятор. Извинений никаких не было. Бабич предложил 500 тысяч, и что мы расходимся. На что мы сказали, что мы будем судиться. Он сказал, судитесь. Суд где-то год длился, потому что не приходили, хотя я из Москвы приезжала на заседание. Вынесли приговор, и сейчас на данный момент мне сообщил адвокат о том, что они подали апелляцию. У меня трое детей, которые сейчас дома с мужем. Я здесь, они там. Ну, вот так вот. То есть я хотела бы, чтобы клинику закрыли.